За январь 2020 года операторы колл-центра «Стань мамой» в Подмосковье обработали 6700 обращений. С сентября 2019 принято около 24 тысяч звонков. Из них более 4500 поступило от жителей других субъектов Российской Федерации. Единый региональный центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Позвонив по телефону 8 800 550 3003, будущие родители бесплатно смогут получить ответы на вопросы о родах в Московской области. Статистика показывает, что каждый месяц число звонков, поступающих в колл-центр системы родовспоможения области, увеличивается. Основная часть вопросов поступает от будущих родителей, которым нужна помощь с подбором роддома или перинатального центра, а также тем, кто просит соединить с конкретным учреждением родовспоможения. Кроме того, специалисты готовы рассказать о реализуемых мерах поддержки, подарочном наборе, денежной выплате, комплексной услуге, а также записать к врачу. Подмосковье стало первым регионом в России, где заработал колл-центр для будущих мам. Непосредственно в роддоме роженица может оформить свидетельство о рождении ребенка, справку о рождении для получения единовременного пособия, полис ОМС, ИНН, СНИЛС, документы на получение материнского капитала, прикрепить ребенка к поликлинике и поставить на учет для дальнейшего приема в детский сад.